Привет! Слышите кукушку? Она здесь каждый день. Я сейчас не у себя, а в Чувашии, на своей родине. И решила, пока выдалось небольшое количество времени, быстренько сниму вам здесь видео. Недавно у Colorflex вышла новая коллекция, состоящая из трех лаков и, судя по названию, очень даже зимняя. Снегурочка, Кощей и Морозко. И вот Снегурочка мне понравилась больше всех. Я очень часто крашу лаки по сезонам, и вот Кощей и Морозко очень даже зимние для меня лаки. Поэтому для начала взяла только Снегурочку. Удобно, что на Wildberries можно брать по одному лаку. Это серо-белое акриле с медно-красным шиммером, который как раз меня и подкупил. Если бы здесь шиммера не было, то наверняка я бы этот лак не взяла. Его достаточно хорошо видно. Также здесь еще голубой матовый глиттер и черные крапушки. Планирую накрасить им в ближайшее время. На ромашку он наносился полупрозрачными слоями, и это мне в нем очень даже нравится. Здесь он в 2 или 3 слоя уже подзабыла. Но классно, что сохраняется воздушность, при этом видно, как переливается этот шиммер красный. И также нравится баланс голубых крапушек с черными. Здесь их не слишком много, а вот прям в самый раз. Также, пока на Wildberries наконец-то появились в наличии неоны, взяла свою недостающую хотелку. Это мятное мороженое. Чистый, разбеленный, мятный цвета Тиффани скорее крем. Плюс вдогонку еще прихватила розовое мороженое. Теперь у меня 4 неона, остальные мне не очень зашли. И вот рядышком прикладываю глазированного пончика и взбитые сливки, которые показывала вам в одном из прошлых уже видео. Такие они все здоровские. В принципе, очень даже покладисто наносились на ромашку. Какие-то из них более густые, какие-то нет. Но при этом каждый достаточно хорошо саморазравнивался на лепестках ромашки. На ромашке каждый нанесен в 2 слоя. Крайний слева здесь взбитые сливки, потом глазированный пончик, розовый шоколад и самый крайний справа уже мятное мороженое. Рядом с ним Снегурочка. Видно, что никаких плешей нет. Топ поверх я не наносила. Отличные, по-моему, кремушки. Также, думаю, будет очень здорово сочетать их между собой в одном маникюре. Обязательно попробую это сделать летом. И напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас Кощей. Вот думаю, жалеть ли о том, что я его не взяла. Вдруг его потом уже не будет в наличии. А на этом буду заканчивать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. А мы с вами скоро увидимся. Пока!